Всех рад приветствовать, с вами Наталья. Давайте посмотрим заказ по моему каталогу. Значит, это у меня еще идет 14, то есть каталог следующего периода 15. Вот он. В подарок ожидает, значит, идет мой дружочек, мне помогает. Значит, идут патчи. Значит, идет пакетик. Вот такой вот идет освежитель-нейтрализатор запахов. Артикул 3800. 200 миллилитров, у кого есть животное, вообще отличная штука. Вот такие вот пробники для тех, кто вообще хочет попробовать, понравится или нет пятновыводитель и отбеливатель, можно заказать вот такие вот пробники и определиться. Далее идет средство для чистки духовок и плит, то есть все знают, какой он у нас классный. Артикул 30-119, объем 500 миллилитров. Далее вот такой вот идет липовый цвет, освежить, вернее, гель для душа, объем 380 мл, артикул 2303. Мне тоже нравится, поэтому гель для душа я всегда приобретаю. Зубная паста матча. Я брала, мне в принципе нравится она, поэтому артикул 75 мл, 26-70 мл. Мне в принципе вообще паста Фаберлик нравится. Так, что я заказала? Тоже делилась не один раз. Вот такие вот матирующие супер классные салфетки. Они у меня всегда есть в наличии. То есть я их пользуюсь круглогодично на регулярной основе. Три шестерки, четверток. Просто мега классные. Поэтому берите, не пожалеете. Это мне будет очень... Наверное, это один из продуктов, если снимут из производства, мне будет искренне жаль, потому что говорила уже неоднозначно, не один раз, что лучше, как в Mary Kay, но в Mary Kay цена, и эти вот по структуре, по составу, по структуре даже вот одинаковые. Опять же, идет вот такая вот влажная туалетная бумага, то есть я тоже ее постоянно все заказываю, это идет... Так, мне тоже нравится. 40 листов. Так, так, так. Где у нас? Я не вижу. Ну, в общем-то, я рассказывала, да? Вот такая вот влажная туалетная бумага. Заказала еще вот такой вот карандаш для губ. Он по хорошей вообще цене. Вот, значит, я отдала 49,49. Сейчас мы посмотрим. С вами скидка идет 20%. 26. Значит, так, так. Автоматически вот мне обошелся 3,4. Сейчас я вам покажу. И вот такой вот идет консилер для глаз. И где-то мои пробнички. Сейчас я вам покажу из новиночек. Значит, смотрите, попробовала. Вот такой вот идет карандаш. Он автоматический. Я не особо любитель карандашей, но вот решила приобрести, может быть, какой-нибудь, знаете, все-таки контур подрисую. И вот такие вот заказала пробники. Это именно в 14-м каталоге. Две женские и одна мужская. Очень приятные, поэтому можно, в принципе, водички брать. И вот такой консилер. Про консилер я, наверное, расскажу более подробно в отдельном видео. Все. Всего вам хорошего. Хорошего вам дня. Всего доброго.